это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Всем привет еще раз. Я пожилой экстаз. Хаймерс. Значит, батеры. У меня есть, знаешь что? У меня есть канал Твича. Давайте попробуем. Я на Твиче подрублю сейчас. Ну, который мне разбанили. И чисто посмотрим. Ну, не будем жестить, конечно. Будем просто общаться нормально, а не с целью, чтобы нас сразу там забанили. А я запущу, получается, да, параллельно ВК Плей на Твиче еще. И посмотрим на реакцию Твича. Сколько Твич проживет, интересно посмотреть. Вроде бы работает. Пока не вижу. Вроде бы работает. Посмотри, сейчас должно работать. Что, не работает Твич? О, все. Так, работает. Здравствуйте, ребят. Все, хейтеры сразу не приветствуются. Всем привет. Итак, смотрю. Здравствуйте, ребят. О, здравствуйте всем, ребят. Всем привет, я прошу прощения. Я новичок у вас здесь на площадке. Уж простите, так сказать. Здравствуйте всем. Хай, брус. Работает, работает аппарат. Итак, смотрю. Все, да, нормально? Нормально. О, привет всем. Пошло добро. Ха-ха-ха-ха-ха. Осуждаю. Осуждаю. Ой-ой-ой, начинается это вот безобразие. Так, ладно, осуждаю. Осуждаю я все это безобразие. Ведите себя нормально. Так, вот это тоже там модерация нужна в чате. У тебя есть модерка вообще на Твиче? Да, есть. Можешь есть банить просто любые вот эти темы политического содержания, да? Просто блокировать пермачом этих людей, чтобы они это не писали, не обсуждали и так далее. Здесь у нас... Значит, это самое идет общение позитивное, да, без всяких вот этих подобных негативных обсуждений. Так. Модерки нужны. Модерки, да, сегодня, кстати, можно приобрести. Это самое. Ой, я осуждаю. Ой, точнее сказать, есть уникальная возможность стать модератором. Потому что все старые модераторы, которые были, да, и которые есть на ВКонтакте, там вообще они не считаются. Они только модерируют в рамках ВК. Поэтому сколько, допустим, ну там, я думаю, просто десятка. Десяточка. Позвольте, карманчик. Хаймерс. Король Твича снова на месте. Здравствуйте. Эй, салага. Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Да. Где? Ничего, как когда это? Что, забрал? Мне что, 50-ку дать надо, чтобы ты мне вернул обратно? Кого? Я не забирал модерку. Забрал, я написал, у меня нет меча, где мой меч? Так это... Спроси, какой ник я забаню. А какой ник? Какой ник? Алло. Алло, я не слышу, ник какой? Алло. Сейчас я скажу, хлопнешь. Алло. Алло. Не понял. Да, что-то связь оборвалась. Вот, ладно, ну, как говорится, не судьба. Девочки тоже приветствуются. Вижу. Хлопай. Алло.
Да, да, что там? Кого? Нету. Да, в смысле? В смысле нету? Да. Кому? Это нормальный вообще? А что такое? Что случилось? В смысле, что случилось? Ну, кто, модер, где? Где? У тебя это есть. У тебя ж модер стоит тот самый на другом канале глобальный. Ну на другом это самое. Это ж у меня это ну, другой канал. А? Алло. Я, связь обрывается. Я вот опять у меня ушло все. Связи нету, елки-палки, я не знаю, но все обрывается. Я новый пользователь Твича, здравствуйте. Он злой. Так. Обречен на огромный успех. Так, не понял, и что это? Так, ну, мультик какой-то, это же нормально, правильно? Это же так, ну, хороший мультик, наверное. Ай-яй-яй! Так, ладно. Ничего страшного, осуждаю. О как. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, бывает. Ну, ладно. Так, сколько мы уже с вами здесь, это самое, надо посмотреть. Вот, 10 минут уже, как бы, это нормально. А сколько там было у нас максимум? По-моему, полчаса, да, или 13 минут, не помню. 43 минуты. Что-то. А, блин, вот как-то надо продержаться. Надо побить новый рекорд, нужно сегодня будет, правильно? Хорошо, тогда, значит, погнали. Ну что ты творишь? Ай, блях, это что, не хочу? Где это? Ну что ты творишь? Ну что ты творишь? Да ё-моё, а! Ля, блин, а как это скипнуть теперь, я не пойму. Как этот мемес удалить? Он теперь там в буфере висит. А ну-ка, сейчас попробую кэшить. Ау! Да что ж такое, обновить кэш? О! Ах ты! Да ё-моё, а! Ну и что делать теперь? О! Фух, все нормально. Все нормально, я все сделал. Все. Все, полностью настроил. Так, ладно, настроил. Hello, my friend, how are you today? I am fine. Why you hate the deer? Так. Адольф Гитлер, Адольф Гитлер, Адольф Гитлер. Осуждаю, осуждаю. Осуждаю. Легенда вернулась на Twitch. Заранее осуждаю все последующие донаты. И заранее прощаюсь с твоим каналом. Хорошо постримили. Nasrul, 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 Shrell and Nasal, Shrell and Israelis Nasrul. Fucking shit. Так, ладно, все. Проверка. Чел, а ну давай, пожалуйста. Осуждаю. Осуждаю. А я сейчас донат повышу и все, да? Точно. Да. Вот это правильно ты сделаешь сейчас, действительно, молодец. И карманчика золотишь, и правильно поступишь. Тихо! Блин, а чё ж YouTube-то не работает? А что на Рутубе есть интересного? Какой мы сегодня смотрим фильм? А? Горбатая гора? Вторая часть. Я извиняюсь. Вот тут всякие телепередачи, типа, понял, есть это самое, ну, с ТНТ-канала отстойные. Вообще, такой кал. Это ужас. Вообще, кто это смотрит, всяких вот этих, понял, Павлов, Дуровых там и прочих, это просто такой трэш. Можно посмотреть фильмы на ВК Плей. Ну, вот, тут аж 4 фильма целых. Тихо, тихо, погоди, да сейчас прогружается аппарат здесь. Привет, это я, Кёрнис. Пока я в СИЗО, верни модерку. Кто это? Я таких не знаю, что за нена. Бам-бам. Уебище. Взяли туп, убили. А для чего? Чтобы талантливые люди потеряли доступ к лекциям из лучших университетов мира. Чтобы люди потеряли интересных личностей в медиа. Бездарная госдура с ее законами.
ну, это самое, так сказать, ну, действительно, на Ютубе очень много полезной информации, да, и познавательных видео и прочего там, да, если человек что-то ищет, какую-то полезную информацию, он обращается к Ютубу, чтобы найти какие-то вот эти вот видео, гайды так называемые. Ну, ладно, это все такое уже, конечно, не обсуждается, да, насрал, насрал. Ну, что ты, Родионка, думал от нас спрятаться? А я нашел, а я вот он я, а я как здесь, как знал. 450 рублей тебя не спасут. Не спасут, собственно говоря. Зябло, если хотите попиздеть и что-нибудь такое сказать, Валерию очень приятное, то донать ему на 250 рублей. Лазейка. Лайфхак от... Неважно. Еще что с клоуном? Ну, конечно же, самое интересное. Негры, пидорасы. Ой, осуждаю, как же я вот это все, ой-ой-ой, как же я все это осуждаю, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я сейчас тоже скачал, вот. Пупацыки давно просили Valheim, там, говорит, вдвоем можно строиться, развиваться, там очень такая интересная игрушка, да. Расскажите анекдот. Да, давай. Короче, летели в самолете Валера, Коля, Денис. Денис говорит, а где Вова? Коля отвечает, не вижу. Ну и выкинули Валеру нахуй. А тебе сколько лет, ты мне напомни? 36. Ой, блядь, сука, да как так-то, блядь? Ну почему все вот это? Я вот смотрю на этот мир современный, да, и просто ужасаюсь. Ладно, кринжанул. Чел, а как у тебя выносливость столько? Я не могу так долго бегать. Мирон Янович активирует нежитый ГГшан, активирует повысить случайный навык за 125 рублей. Этот полупокер меня, блядь. Олег Фош активирует гроза за 125 рублей. Ой, блядь, понятно, сука. Мы даже играть еще не научились, а они уже убивают. В чем практик, я вот не понимаю. Нам нужно искать, наверное, какие-то древние ресурсы. Да, сука, хочу себе мотоцикл купить, гуся, понял? О, так, чел. Привет. Мне, кстати, Twitch сейчас написал, что модерку, ой, эту самую партнерку выдадут, понял? О, поздравляю. Да. Ничего страшного. Чел, ты уже 1:42, прикинь? О, нет, так это самое, это нормально. Таб, да? Таб, да. Да, ёб. За 300 рублей. Что случилось? Когда линейка? Вот, ты стал мужчиной? Линейка, когда будет? Поздравляю. Линейка. Как хочется сказать вот это слово, понял, но приятное. Не надо. Ну как-то, блин, все-таки, ну тяжело, да, сдерживать вот это вот эмоции. Но мне ужасно хочется его сказать. Я не могу это сделать пока что. Короче, братишка, быстро давай насрал ко мне. Насрал активирует сменить пол за 300 рублей. Джо Байден. Triple A, Джо Байден. Джо Байден. Triple A, Джо Байден. Джо Байден. Triple A, Джо Байден. Я сдох. Они дерутся со змеем, и они убили его. Погнали! Да подожди, я опять сдох. Давай, короче, я сейчас отключу, чтобы он пидор. Ой, осуждаю. Ой, блядь. Осуждаю. Активирует как, блядь? О, братишка, вовремя. Я как раз умер в этот момент. Угу. Призыв существа. Постримил, хватит, в принципе. Ну как можно без этого слова, а? Тут, как говорится, но без него никуда.
Осуждаю. Тебе привет от мистера Пятерки, чел. А, привет, мистер Шестерка. Пятерка. А, Пятерка. Да. А я тебе еду приготовил, зато мясо. Да пошел ты нас с едой, ебаная, блядь. Привет, старый. Пидовка, мистер Реальный Пидар и подкожная Пидерсия. Фифта, ищешь это татула в Ой-о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 й-
Блять, я, сука, скипал донат и умер. Ты прикольный ты человек, осуждаю. Оказалось, лаги-баги. Батуашка? Ну-ка. Ладно, похуй. Вот и все, заткнись. Да, скучнее эта игра, только Майнкрафт. А ты знаешь Насральчука Геннадия Алибарговича? Там, кстати, да. Нет нового видео от профессора? Я не видел. А я любил, ненавидел. А тебя спрашивали? Нет. А почему ты разговариваешь? Я долбоёб. Заткнитесь оба, а. Сейчас я пойду тогда на подюрю, а. Давай. Ну, чтобы кишечку слабить начало. Я выключу звук. Звук микрофона отключу. Я сейчас прям быстренько на подюрю. Я в пакетик, наверное, положу тогда. Ой, боже. Сука, дебил. Это что было? Это пиздец, просто какая-то тварь. Черик Дмитрий.
щерит Дмитрий насрал. Ну, а Twitch, что? Типа, какие-то кодеки для OBS не может сделать, чтобы стримить с хорошим битрейдом и в хорошем качестве. А, и что? Ну, ты вообще... Ты просто взял и обосрался. Зачем? Для чего ты это делаешь? Видит Бог. Объясни. Я не хотел, видит Бог, просто сопла не держит. Ты просто флюса выпустил вообще лютейшего. Я нечаянно, ну просто перегнул клапан. Извините, ребята, ну, блядь, я просто человек не молодой уже, еще плюс болею, блин. А че ты луком их своим не бьешь? А у меня антипуля. Чел, ты руфлишь. Ты серьезно запустил стрим на Твиче? Хотя да. Всегда говорил, что на Твиче уебанские правила, левее и там вот стримят только куколды. Осуждаем мы все это. Полностью осуждаем. Осуждаем. Чатики, давайте поможем Денису донатиками как можно скорее восстановиться после аварии, а также сохранить свою сексуальную ориентацию и получить бан на Твиче, чтобы он не стал пи***ться. Осуждаем! Осуждаем. Привет, планируешь, как Серега пиратку бегать на Твич? У меня Твич не разбанен. У меня же основной Твич, этот самый, он же ж... Меня не разбанивает основной, там мне сказали, типа, что он это... Канал, нет, у меня нет причины бана, то есть каких-то нарушений на Твиче. Меня просто не разбанивают по причине того, что я живу в России. Вот и все. Это единственная причина. Так, давай с Луту пройдем. Ты, блядь, сука, да, давай не будем. Ну, я просто как-то не хочу сначала. Ну, как бы уже чуть-чуть как бы поиграли в смуту и хватит, наверное. Хорошего понемногу. Может, как-нибудь, ну, потом вот. Что-то как-то вот, ну, не знаю. Вот очень интересная игра, но как-то не особо и хочется поиграть-то в нее. В смуту. Зачем мне смута? Я же Ведьмака-то прошел уже. А это ж одно и то же, правильно. Вот и все. Я сейчас пердану по берегу и убегу. Во. Пошел вон, блядь, отсюда. Все, давайте, ребят, сосить. Спасибо всем, до свидания, до завтра. Всего доброго, всего светлого, всего хорошего.